Вот ведь забавная ситуация возникает, да. Что такое онкология? Она может возникнуть и вдруг, и в ниоткуда. Дело в том, что у меня онкология возникла достаточно давно. Потому как еще на других компьютерах я работал, у меня была кровь из носа. Теперь мне сделали операцию по удалению опухоли мозга, и крови нету из носа. То есть, представляете, да, 2006-2005 год, когда у меня четко кровь шла из носа, когда только наступал холод. Представляете? Здорово было, да? Вот. А уже потом она не спеша возникала. Потому что сейчас у меня все нормально, у меня здесь LCD-монитор, и вообще вопросов не должно было быть, но такое случилось. Естественно, я вернулся на круги своя, и на кого я работал в 2005-2006 году. Я просто обратился к ним, и помните, да, мы делали с Максом такую, это было шоу такое, реалити-шоу, помните, «Большая стройка» с Максом делали, да? Вот. Немного денег запросили, кстати, а надо было больше. Удовольствие стоило 3 миллиона, это именно столько Маркевич себе взял. А нам не так уж и много досталось-то, хотя мы все делали сами. То есть писали сценарий 5-10. Я пришел к хозяину вот этого поселка Нежный и попросил денежки. Небольшое количество, кстати, попросил. Не дал он мне. То же самое мне не дали и работники Челябинской гостелерадиокомпании. Платонов такой, Василий. Не помню, как уж по фамилии. Тоже много денег-то я не просил, да? Так, $1000. Ну, чтобы помочь было, если что. Тоже не дал. Ну, это нормальное явление, да? А обратился я еще и к Колесниковой. Знаете, такая девушка у нас. Репетирует везде и всюду. В смысле, не репетирует. У нее плакаты на каждом угле города Магнитогорска. Вы приходите, я такая крутая. Так вот, не ходите даже туда. Потому что вы понимаете, о чем я. А другие помогают. Конечно, я не прошу денег бесконечное количество. Только вот Инна мне выдала сумму 150 тысяч рублей. А остальные, ну вот понемножечку, потихонечку. Но с другой стороны, ну нет, так и не надо. Просто надо раньше сказать, что не получается. Хотя сумма-то небольшая и нужна. Вот. И возможно, она будет и необходима. Потому что первую операцию мне сделали. Возможно, нужна будет вторая операция. Поэтому ну, надо помогать. Вот. Для тех, кто понимает, что онкология в России не лечится, оно не лечится, потому что, ну, я вам уже сказал, что в 1985 году перевели первую англоязычную штучку под названием онкология. Вот. То есть у нас до того как бы ничего и не было, да и сейчас тоже не все хорошо. То есть возникает вопрос, где лечиться? 100% говорю, что в принципе не лечиться в России точно. Вот. Вам сказали... Вы поняли и поехали в другие места. Какие другие места? Я определил. Турция, да. Почему бы и нет? Самолет летает постоянно. Даже если сильно захотите, вы можете слетать в Турцию с Москвы. Вот, взять там нормальную химию, пройти радиооблучение, вот, и продолжить свою жизнь. Почему бы и нет? Разумеется, у вас возникает вопрос, почему лекарства там стоят в долларах, но в небольших, а здесь стоят в рублях, но вообще абсолютно больших, в 30 раз дороже. То есть возникает вопрос, а где бы купить квартирку? Что касаемо квартирок, я вам сейчас покажу, как это делается, какие квартиры есть в Турции, покажем уровня, скажем так, для тех, у кого очень много денег, но есть и для тех, у кого денег не сильно много. Вот. Получаете недвижимость и, по сути, как бы у вас все в порядке становится. Не каждый туда поедет, ну и ладно. А в дальнейшем мы вам покажем уже в других местах недвижимость, как то в Египте и в Таиланде. Итак, мой дом, моя крепость. Вот только где эта крепость располагается? Давайте по порядку. В крепости должно быть светло, тепло, комфортно и безопасно. Крепостей в России, по сути, по пальцам пересчитать. Здесь полгода темно, холодно, некомфортно и, учитывая уровень медицины и человеческое существо, небезопасно. Вариант для умного человека – это запасной аэродром. При этом абсолютно не обязательно, чтобы вы были олигархом и даже новым русским. Напомним, цена недвижимости в России складывается из нескольких факторов. У нас стены должны быть толще, у нас любят жить в городах, у нас надо топить и у нас стройматериалы в 3 раза дороже, чем там. То есть у нас, по сути, дорогая страна, и дешево ее не сделать. В свое время это было, конечно, но при общем уровне веселья это, по сути, было грустно.
Нет, мы не призываем вас валить с концами, но можно, немного подвинувшись здесь, жить-то вполне комфортно, и мест много. Теперь поверьте человеку путешествующему, и немало. Юность рано или поздно кончится. Эксперименты со здоровьем в холодной стране доведут естественным образом до кладбища, только быстрее, чем в теплой. Какие варианты доступны? Да их-то и немного, в смысле немного стран, комфортно относящихся к инвесторам. Вы же деньги туда вкладывать собираетесь. Теперь то, что вы никогда и нигде не услышите и не прочтете. С недавних пор Турция стала самым комфортным местом. И это складывается из нескольких факторов. Это безвизовая страна для россиян. При приобретении недвижимости здесь вы получаете сразу вид на жительство, а через 5 лет и гражданство. В Турцию летают самолеты из любого крупного города России. Квартплата в Турции за год эквивалентна нашей за 3 месяца. Медицина для граждан бесплатна. Медицина для тех, кто ожидает гражданства, равна страховой сумме в 2000 рублей примерно в месяц на семью. И самое забавное, что мы вообще-то в большинстве своем прямые родственники с тюрками, проживающими в Турции. Теперь кому довериться то? Предлагаем вам очень известного в городе человека. Кто-то может сказать, что в Турцию сейчас съездить проще, чем на Банное, что в Турцию съездить сейчас дешевле, чем на Банное. Ну, давайте посравниваем. Турцию, Анатолийское побережье и наше любимое озеро Банное. Что касается цен на объекты недвижимости. Вы знаете, здесь они стоят дешевле. Что касается того, что здесь есть и чего вот нет на Банном. Ну, во-первых, город Финики – это центр сельскохозяйственной Турции. Здесь выращиваются помидоры, огурцы. Ну, в общем, все то, что мы потом зимой едим. Кроме всего прочего, сюда вообще туристов не возят. И мы, наверное, единственные, кто здесь вообще говорит по-русски. Потому что это другое направление. Это, наверное, проблема туроператоров, которые вас засылают, ну, вот максимум в Кемер и туда, в Аланию, ближе к Сирии. Здесь же здесь совершенно другая Турция. И давайте мы еще и о тех, кто объекты недвижимости предпочитает в Италии покупать. Ну, во-первых, дорого, зона евро, да? Цена вопроса. Цена вопроса здесь дешевле. Воздух потрясающий. И теперь уже немножко из страниц истории. Что Италия, что Греция, что Турция. Это все, в общем, изделия одного времени. Знаете почему? Потому что сначала была греческая империя, потом Римская империя, потом Османская империя. То есть, если кто-то там кичится тем, что здесь нет истории, ну, ребята, просто учите историю. Ну а что же, пора, как говорится, брат, пора, так скажем, обналичивать свое лицо. Хватит, помогали, помогали, а благодарности от коммерсов нет. Меня более зрительская благодарность греет. Итак, план действий такой. Набираем указанный телефон. Час общения. Чаечек попьем. Чешем репу. Знакомимся через Skype с моим турецким другом. Хотите с несколькими. Все это абсолютно бесплатно. Потом на самолет. Там вас встречают, и вы начинаете выбирать треху в Турции по цене однушки, ну двушки в Магнитке. Юридическая чистота и грамотность – это лично мои гарантии. Денежку за квартирку, там где тепло и спокойно, так же как и у нас, в обмен на зеленку по тамошнему топу. И для самых разумных начинается совершенно другая жизнь. Ну а события сие мы потом уже в тесном кружочке и обмоем. Не сказать, чтобы нам было неинтересно приехать в пятый раз в Турцию. Скажем честно, и мы хотели приехать в конце октября месяца. Не сказать, чтобы мне было холодно, потому что сейчас только что я купался в аквапарке. Вот там водичка холодит. После аквапарка в октябре месяце надо погреться. Где это можно сделать? Ну, конечно, залезть на пляж, на котором гордо реет голубой флаг. О чем это говорит, что пляж-то потрясающе чистый. Вы сами можете посмотреть, какое чистое море. Ну и, конечно, небольшой респект мне бы хотелось сказать следующим компаниям. Ну, принимающая сторона, понятно. Кто нас сюда отправил, это Эльдорадо Тур вместе с Пегас Туристик. Ну, вообще, как бы эльдорадики меня радуют. Когда я им ставлю задачу уехать быстро, прямо сейчас и сегодня, причем за копейки, именно эта задача и решается. Небольшие пожелания. Ну, конечно, мне хотелось бы попробовать провести Новый год в Турции. Я думаю, что все это можно сделать в стране с субтропическим климатом, где царит постоянная прекрасная погода. И даже зимой, и даже здесь можно покататься и на горных лыжах, и принять
принять водные процедуры, потому что температура Средиземного моря на Анталийском побережье редко опускается ниже 19 градусов. В принципе, приемлемо, зная о том, что мы купаемся в банном. Ну, а теперь сегодня и сейчас. Вот уже первый загар и несколько дней. А теперь мы отправимся куда более интересную процедуру посмотреть. А точнее, прикупим недвижимость себе в Турции. Вот так вот. Плавненько купаясь, понимаешь, что теперь уже пора вспомнить о наших корнях. Напоминаю для тех, кто не помнит. Времечко такое было, когда наша знать, совершив рывок в нашем пространстве, понимала, что дальше-то и не получится. Кстати, рывок совершался не только мужчинами и женщинами, типа сударями и сударынями. Обычный крепостной при необходимости обеспечивал себя нормальными условиями. И тут бред коммунизма выкинуть-то надо. И в оконцовочке надо понимать, что можно приехать на лазурное побережье, встретить старость. По сути, смысл в этом есть и для всех. По сути, понимать надо, что лазурный берег – это не только южная часть Франции. И по сути, надо понимать, что и здесь мест для захоронения хватит. И все-таки самый экономичный вид транспорта в Турции, ну, по крайней мере, в Кемере, это все-таки велосипед. Я его еще назвал маршрут 2 доллара. Сколько конкретно стоит прокат велосипеда, я точно не знаю, потому как та клиника медицинская, которая нас пригласила, нас обеспечила вот этим транспортом. И в результате мы находимся, наш отель находится в западной части Кемера, ну и вот центр, где очень много различных магазинчиков. И вместе с этими 2 долларами, не потраченным, я приобретаю огромное количество здоровья, чего и вам желаю. Так вот, насчет здоровья. Здоровье этого в Турции в десятки раз больше, чем в России. Вообще надо понимать правила. А вы попробуйте поработать со своей страховкой, чтобы понять отношение турков к своему здоровью. Я это понял, когда меня хлопануло с бронхитом. И так хлопануло, что я до сих пор в ауте от турецкой медицины. Теперь я еще и в ауте от онкологии. Вообще-то надо понимать, что рано или поздно понятие онкологии будет у нашего каждого из 65 из 100. И это норма. Онкология с нами не шутит, но с онкологией можно жить, плавно перетекая ее в состояние хронической болезни. Что, никто кроме меня вам про это не говорил? А потому что вы не понимаете слов онкологии. Хотелось бы, чтобы вы это поняли побыстрее. При нормальном лечении вы можете вылечиться или точно и круто повернуть свою жизнь в лучшую сторону. Вот она прелесть небольших городков. Ну, не то что Анталия, она здоровая, огромная. А здесь все в пределах доступа. Особенно, когда есть двухколесный друг. Вот так выглядит тот город, в котором вы можете приобрести недвижимость. И это недорого, и это Кемер. Пожалуйста, также автомобиль вам здесь не нужен. Извините, 2 евро за литр – это что-то чересчур. Спокойненько приобретаем недвижимость, приобретаем велосипед и живем, спокойно отдыхаем. Конечно, здесь есть неповторимый турецкий колорит, но все-таки это адаптировано больше к туристической зоне. И мы немножко поедем подальше, в другой городочек. И мы поехали в другое место, за Кемер. Вообще надо понимать, что для граждан России Турция предлагается вся, ну кроме Черного моря. А давайте еще про историю. Мы никогда с турками не бились. Турецкая республика начинается с 1927 года. А бились мы с Османской империей. Причем бились достаточно странно. Вы подумайте, сколько вас россиян с голубыми глазами и белобрысыми. Много, да? Офигенно много. Просто мы и не бились, мы плавно принимали атаманцев на территории своей. Кстати, Пушкина помните? От арапа он был. А арапы точно такие же граждане Оттаманской империи. И поэтому попроще, и понять-то надо, что на турецком языке разговаривает большая половина россиян. Итак, спонсор сегодняшней нашей поездки на автомобиле Hyundai Accent. Это не какой-нибудь автомобильный салон, это не Регинас и не Автоград, и не все, кто продает марку Hyundai. Сегодня мы поехали и едем благодаря Кемер Лайф Хоспитал, ну, городскому госпиталю Кемера, так дословно переводится это название. Мы взяли автомобиль объемом 1,3 литра, потому что нам предстоит дорога длиной в 300 километров. И вчера я заправился на 50 лир, это примерно 1000 рублей. Заправил я немного, практически 17 литров, то есть, ну, цена вопроса понятна, 2 евро за литр. Но как машина-то поехала? Знаете почему? Потому что это настоящий бензин. И заправился на заправке BP. Ну так в бытность мою-то было много чего из автомобилей. В бытность мою российскую я в руле российском попробовал более 80% автомобилей, продаваемых в Рашке.
Дальше Турция. Потому как в Турции я покатался на 6 автомобилях. И пока это не столько, сколько было их у меня, и я не дошел, но в скором времени и опережу таки. Чуть честнее. Осталось от 15 и 9 всего. А вот этот мегаавтомобиль. Много смотрел на Hyundai Accent, такого не видел. Честно, такие Hyundai выпускаются в Турции. А особенный был прикол в движке. Пробег-то немалый, и для трехлетки, которая каким-то лядом накатала более 225 тысяч километров, и в агонию меня внял бензин. 1500 кубиков, а как он рысачил на асфальте, оставляя следы при несильном нажатии на педаль дросселя. Я понял, что мы в России не бензином заправляемся. Мы заправляемся мочой. А здесь чистый и правильный бенз, который в экономном режиме дал нам замечательный результат. Ну а пока мы ехали за впечатлениями, вот вам еще один прекрасный совет. Как правильно жить с онкологией? А правильно – питаться гранатовым соком. И чую, это тоже верное лечение. Если человек не мечтал о море, не хотел быть пилотом и не мечтал полететь в космос, значит, он точно не родился в нашей стране. Наверное, это какой-нибудь америкос там, для которого все было. У нас были мечты и были возможности это все реализовать. Потом наступило веселое время. Сейчас время, ну, не менее веселое, но очень дорогое. Россия, да, дорогая страна. И вот мы выбрали место для проживания. И вот мы выбрали людей, с которыми нам интересно жить. Вот мы выбрали то место, где нас обслужат, и в тот момент, когда нам будет уже 50 лет, когда все болячки повылазят. Это, конечно, Турция. Вот приехали сюда, на Анатолийское побережье. Ну, пусть у вас бизнес там работает. Купили здесь дом либо квартиру от 150 до 200 тысяч, ну, может быть, до миллиона долларов. То, что стоит миллион, мы вам покажем. То, что стоит в Магнитогорске миллион, вы сами можете увидеть, пожалуйста, в Хуторки, там, на поселок Крылова. В общем, разница будет очевидная. Но чего нет в Магнитогорске? Чего нет на Банном озере? И что можно здесь поиметь? Допустим, вот приехав в любой из городков, которые располагаются южнее Кемера, здесь есть собственный мыс, здесь есть собственная гавань, здесь есть собственная ваша яхта. И в данном конкретном случае в городе Финики здесь же вашу яхту и отреставрируют. То есть, ну, столько удовольствия я вот, честно говоря, не видел. Но вот здесь есть еще и великолепная рыбалка.